Александр Петрович, на этой неделе наша молодежь отмечает свой праздник. Что вы думаете о бийской молодежи? Насколько вы верите в нее? И что желаете? Вы знаете, когда такие вопросы задаются, невольно обращаешься к себе, к своей жизни, к своей молодости и вспоминаешь то, что бы ты хотел, скажем так, увидеть от города в целом, от государства в плане поддержки. Я поколение конца 80-х, 90-х, молодое поколение. Очень сложные времена были. Проблемы были и с заработными платами, невыплатами, точнее говоря, заработной платы, с жильем, которое практически невозможно было приобрести. Сейчас ситуация меняется. Она, скажем так, в корне меняется, в том числе и в городе Бийске. Я еще раз хочу напомнить о тех программах, которые на сегодня действуют, в том числе это программа «Жилье для молодой семьи». Мы не очень активно участвовали в этой программе. Я напомню цифры. 17 сертификатов должны были выдать в прошлом году, в 2017. Итог. Мы перевалили и взяли планку почти 50. 55 сертификатов. Часть, конечно, мы не успели выдать в прошлом году. Они перешли, порядка 18 сертификатов перешли в этот год. Но и в этом году сначала 80 сертификатов, потом дополнительно еще 12. Итого 92, да, плюс 18 прошлого года. Это уже существенная. Реальные подвижки. Да, существенная цифра. Но мы говорили о том, что этого мало. Этого реально мало. И вот буквально в пятницу пришел запрос с правительства Алтайского края, с управления молодежной политики и спорта. И мы подготовили ответ, что на 2019 год город Бийск хотел бы получить порядка 150 сертификатов. Это очень важно, на самом деле, для молодежи, для молодых семей. Вот когда мы в ГДК производили не так давно вручение сертификатов, в основном это были молодые многодетные семьи. И реально понимаешь, что это будущее. Будущее города Бийска, это завтра города Бийска. И, конечно, будем максимально идти на то, чтобы поддерживать молодые семьи в плане улучшения своих жилищных условий. Но это только одна часть. Молодое поколение сегодня выбирает активный образ жизни, здоровый образ жизни. А это, прежде всего, спорт. Спорт в городе. Пусть пока не на достаточном уровне, но идет все-таки, процессы развития пошли. У нас создается и выходит на новый уровень уже школа гребли Федерации гребли России. У нас на сегодня, вот обсуждали этот вопрос с временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктором Петровичем Томенко, у нас сейчас необходимо возродить школу шахмат. Она была очень сильная, действительно. Будем совместно ремонтировать помещение и, соответственно, передавать шахматистам, чтобы они могли развивать этот вид спорта. Еще есть темы. Тема, касаемая строительства Ледового дворца. Мы ее не снимаем с повестки дня. Это два новых вида спорта. Это и фигурное катание, это, конечно, и большой хоккей. Он нужен, необходим городу. У нас очень хорошая школа хоккейная. Остро стоят вопросы по легкоатлетам. Но нету на сегодня в городе легкоатлетического стадиона, который соответствовал бы тем требованиям, которые должны быть. Ведем переговоры по выкупу стадиона «Прогресс». Первые этапы мы прошли. Сейчас будет произведена независимая оценка имущественного комплекса и земельных участков, которые находятся в собственности. И дальше уже с учетом этого будут определяться источники финансирования по приобретению. Здесь мы тоже хотели бы видеть поддержку края, потому что десятки миллионов для города – это непосильная ноша. Очень хорошая была школа баскетбольная, волейбольная.
нету хороших, полноценных зданий, полноценных, соответственно, спортивных залов. И по этому направлению работаем. И я думаю, что в ближайшие годы мы закроем эту тему. Развитие, скажем так, учреждений досуга. И этой темой мы занимаемся. Задача города, задача любой власти, любого уровня, будь то муниципальная, региональная, федеральная, это дать возможности максимально самореализоваться всем нашим жителям, а тем более нашей молодежи. Это и техническое творчество, и художественное, и музыкальное. Различные направления должны в городе быть и расширяться. А уровень у нас достойный, поверьте мне. Ну и, конечно же, в преддверии Дня молодежи хочется пожелать, в первую очередь, наверное, выпускникам школ, которые сегодня закончили 11 классы, сдали выпускные экзамены, хочется пожелать, чтобы все у них в жизни складывалось хорошо, чтобы они нашли себя на сложном жизненном пути, смогли самореализоваться. Ну и хотелось бы, чтобы вне зависимости от того, куда они уедут учиться, они обязательно вернулись в город и создавали здесь семьи, ростили детей, чтобы город Бийск развивался. Но молодежь у нас не ограничивается только этой категорией возрастной. Очень важно для города, чтобы все наши молодые жители чувствовали себя комфортно, благополучно, чтобы их семьи жили в достатке, чтобы мир и согласие царило не только непосредственно в их семьях, но и в целом в нашем обществе, в нашей большой семье России. Я искренне от всего сердца поздравляю с праздником. Заверяю, что город сделает все для того, чтобы молодежь жила, радовалась, чувствовала себя комфортно в нашем славном, замечательном городе. И надеюсь, что уже в скором будущем они возьмут бразды управления городом. И все, что они задумали, все, что они хотели бы улучшить в городе, они это обязательно претворят в жизнь. Спасибо.